Vitinx Move – самый доступный трекер активности компании, который к тому же можно заказать в уникальном дизайне. Компания Vitinx привезла на CES 2019 несколько новых устройств. Для начала расскажем о модели Vitinx Move, новом трекере активности, выполненном в виде обычных наручных часов с аналоговым циферблатом. Новинка выделяется двумя особенностями – ценой в 70 евро, что дешево для Vitinx, и более ярким оформлением, вероятно, нацеленным на молодежь. Как можете видеть на изображениях, трекер доступен в нескольких вариантах оформления, более того, вскоре появится возможность заказать устройство с уникальным дизайном по вашему желанию. Что касается возможностей трекера, они типичны для Vitinx и прочих подобных устройств, лишенных дисплея. Устройство умеет отслеживать активность, включая плавание, считать шаги, следить за сном и даже указывать путь, используя GPS на сопряженном смартфоне. Съемный элемент питания позволяет KR2430 трекеру работать до 18 месяцев.